Всем привет! Я Камила Валиева, и уже почти месяц я нахожусь в Сочи на шоу «Аленький цветочек». И сегодня я предлагаю вам провести этот день вместе со мной. Очень весело, очень неудобно, очень неудобно. Я думаю, если этим заниматься, то можно хорошо прокачать баланс. Да, это наша Настенька из спектакля «Аленький цветочек» у Камилы Валиевой, на мой взгляд, есть всем, чему поучиться. Когда начинаешь сгибаться, все, потом я выскальзываю, получается, по спине. И от меня, да, вот. Здесь я могу еще сильнее раскрутить, да. Ага. Вот здесь я просто учусь краситься, ну, прям максимально на скорости. На минут, наверное, за 30, как минимум, мне надо. Но обычно у меня остается минут... 10, я, может быть, чуть-чуть побегаю, потом переодеваюсь, у нас первый номер, я его прохожу, потом у меня перерыв какое-то время небольшой, и уже потом я до конца почти что не выхожу со льда. Все, я закончила краситься, вперед, из песни.